поддержка. Да. Мы прям едва слышим друг друга. Отличная поддержка таджикского бойца. Надеемся, бой будет настолько же зрелищным, настолько же эмоциональным, как и поддержка. Да, у него дебют у представителя Таджикистана. Ну, а пусть это Узбекистан, он очень хороший боец. Уже себя зарекомендовал несколько раз на турнирах FFC. Мы с тобой уже видели, да, предыдущего. Очень хороший боец. Будем смотреть, друзья. Шамсов Абдусалом. Рост 184 сантиметра. Представитель Таджикистана, бойцовского клуба Пиров Тим. Тренер Пиров Жержон Бахрединович. Призер чемпионата Республики Таджикистан по ММА. Стиль ММА. Ушу Сандя и ММА сегодня. Отличная поддержка. Очень много ребят из Таджикистана здесь с флагами поддерживают своих спортсменов. Наверное, все-таки самые активные болельщики это из Таджикистана. Это заметно, видно. Вот, друзья мои, смотрим дальше. Очень хорошее противостояние в полутяжелом весе. Бахадыр Халмурадов против Шамсов Абдусалом Атаулович. Итак, весовая категория 93 килограмма. Халмурадов Бахадир и Шамсов Абдусалом. Заряженные ребята. Видно во взгляде. Видно по настрою. Ребята нацелены только на нокаут. Ну и мы с вами надеемся, что мы увидим очень зрелищное противостояние. Очень хорошая поддержка. Очень хорошая поддержка со стороны болельщиков. И... все. Это, друзья мои, полутяжелый вес. Один удар может все решить. Смотрим. Ой, сразу. Ой-ой-ой! Какой нокаут удар! Какой удар! Пропускает Бахадыр! Сбоку! Бахадыр, вот это размер! Вот это размер, дорогие друзья! Бахадыр! Чуть не расплатился за свою вертушку, сразу пропустил. Бахадыр, конечно же, очень боец с характером. Видно, что он сразу же пришел в себя. Сразу же могло закончиться это противостояние, но нет, вошел Бахадыр в себя. И, наверное, больше не будет он рисковать такими ударами. Хотел, наверное, сразу зрелищно закончить этот раунд и этот бой, но... взрывные удары у Абдусалома Шамсова. Смотрим дальше, друзья мои. Да, видим небольшое покраснение на лице Шамсова. Абдусалома. Видимо, пропустил он справа. И... Заряженные ребята. Опять кидает вертушку. Опять кидает вертушку. И оказывается, очень уверенно Бахадыр себя ведет и пропускает. Вот это добивание! Вот это добивание! Да, друзья мои. Вот это добивание! Потрясен представитель Узбекистана. Бахадыр, конечно, нужно приходить в себя, потому что удары, очень сильные удары пропустил Бахадыр. Очень сильный Бахадыр пропустил удары. Абдусалом, конечно, воспользовался моментом и нанес тройку, хорошую серию такую. Неплохой дебют показывает представитель Таджикистана. Да. Абдусалом Шамсов. Смотрим дальше, друзья мои. Очень интересный бой. Ну и будет же третья, конечно, третья вертушка должна быть. Бахадыр должен третью вертушку, конечно, кинуть, и она может стать роковой. Но Абдусалома свое мнение на этот счет.
И какой удар мог бы быть, если бы он попал? Да, чувствует. Вот это бросок! Абдусалом переводит Бахадыра на настил. Очень и интересно. Сразу град ударов. Вот это дебют! Вот это дебют Абдусалом! Просто фантастика! Никто не знал, Абдусалом! Просто вырубил! Вот это Абдусалом дал жару! Не зря такая поддержка! Знали фанаты! Знали, на кого они идут! Абдусалом, Бахадыр! Ошарашен Бахадыр! Как так? Может быть, слишком сильная уверенность Бахадыра дала о себе знать. Слишком был он уверен, что не проиграет эту встречу. Но Абдусалом, это имя вы, наверное, еще услышите. Это просто фантастика. Вот это дебют. Я, честно говоря, не ожидал такого выступления от таджикского спортсмена. Против очень сильного бойца из Узбекистана выступил Шамсов Абдусалом. Мне кажется, никто не ожидал этого. Он был андердогом этой встречи. Но, как мы и хотели, вот вам нокаут. Это первый нокаут в сегодняшнем турнире FFC 3. И очень-очень хороший бой. Слишком. Весовая категория 93. Очень большие ребята. И здесь каждый удар может стать последним, роковым. Как я вначале отметил, в этом бою все можно закончить один удар. Да. Хотя их было не один. Удары были не одни, да. Оба бойца с характером, очень хороший характер. Действительно сильные бойцы. Да. Ну а мы поздравляем Абдусалома с хорошим дебютом, с хорошим боем. И очень рад он благодарит ребят, которые пришли его поддержать. И все арены на ногах аплодируют и кричат. Итак, друзья, дебют удался. На второй минуте 10 секунде Абдусалом. Представитель бойцовского клуба Акбар. Абдусалом техническим нокаутом одерживает победу в этой встрече. И, конечно, уважение, взаимное уважение между бойцами. Это, конечно, очень-очень приятно. Уважение превыше всего, конечно. И ребята фотографируются, благодарят друг друга. И, конечно же, мы с вами благодарим их за этот прекрасный бой, который нам показали. За этот прекрасный